Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как подготовить кошку к стерилизации. Стерилизация – серьезная операция, которой важно хорошо подготовиться. Именно от подготовки зачастую зависит не только сам процесс операции, но и быстрое восстановление животного после него. О чем важно помнить владельцу кошки перед стерилизацией? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. В первую очередь необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Врач осмотрит животное и подскажет, готова ли ваша любимица к стерилизации. Помните о том, что проводить операцию нужно либо до первой течки, либо в перерывах между этими периодами. Во время течки кошку стерилизовать нельзя ни в коем случае. Перед стерилизацией важно отвести кошку на анализы мочи и крови. Также не лишними будут УЗИ брюшной полости и эхо сердца. Эти исследования помогут избежать осложнений при операции у животного. Кроме этого, за неделю до процедуры кошку необходимо проглистовать. Помните о том, что к стерилизации допускаются только привитые животные. Не кормите кошку за 10-12 часов до операции. Полный мочевой пузырь и кишечник добавят трудности ветеринарному врачу. Кошке придется давать большую дозу наркоза, что в свою очередь очень вредно для животного. Приобретите все необходимое для операции. Купите кошке удобную переноску, а на ее дно постелите впитывающую пеленку. Также позаботьтесь о влажных и сухих салфетках на случай, если кошка описается или ее вырвет. Подготовка к стерилизации, сам процесс стерилизации и время после нее требуют большого участия со стороны хозяина, поэтому будьте готовы уделять кошке больше внимания, чем обычно в этот период. Внимательно следите за самочувствием питомца, давайте ему максимум своего внимания и любви. В большинстве случаев именно уход хозяина способствует быстрому восстановлению питомца после операции. Теперь вы знаете, как подготовить кошку к стерилизации, ухаживайте со своим питомцем, и тогда любая операция пройдет для него без осложнений. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!